Привет. Подсмотрел я тут недавно в Ютубе, как можно сделать тайник с помощью самореза своими руками и спрятать в этом тайнике, допустим, какую-то записку с паролями там или еще с чем-то. Давайте сейчас это спрячем. Вот такую вот бумажечку. С помощью вот такого вот самореза. Для начала стучим часть на наждаке, этот саморез. Запускаем наш наждак и стачиваем примерно часть самореза. Так, ну у меня это получилось вот так вот. Видите? Точил я часть самореза. Так, далее автор ролика предлагает у нас отрезать кусочек кембрика. Вот, на длину нашей записки. Ну, это примерно вот так вот. Отрезаем. Одеваем на шуруп, на саморез. И вот это вот место нужно чем-то стянуть. Допустим, проволокой. Давайте возьмем кусочек. Вот так вот. Кусочек провода. Попытаемся затянуть это все. Вот так советует автор из ролика в Ютубе. Сейчас проверим, насколько это все работает. Лишний откусим. Так. Вот. Получилась вот такая вот штучка. Теперь бумажечку с нашей надписью сворачиваем в трубочку. Так. Нужно мне свернуть очень плотно, потому что кембрик получился у меня тоненький. Надо было толще искать. Ну, какой есть. Ладно, сейчас попробую свернуть поплотнее. Так, взял другую бумажку. Бог ты мой, как же сложно это все закручивать. Для меня, пожалуй, это самое сложное. Но, тем не менее, смотрите, вот. Взял поменьше. Сворачиваю тонкую в тонкую трубочку. Все, теперь прячем. Интересно, как я его буду доставать? Ну ладно. Вот, готово. Наша готовая заготовочка для нашего тайника. Сейчас просверлим отверстие и покажу, как это все прячется. Так, ну вставляем сверло. Конечно, чуть больше, чем наш саморез. Но у меня вот такое вот сверло. Сейчас мы просверлим отверстие, чтобы наш тайник запрятать. Сейчас я только придумаю, где его сделать. Так, сейчас. Так, а сделай, а вот хотя бы здесь. Это у меня гараж, это доски под машиной. Сейчас я здесь просверлю. Сейчас просверлим для вот этой штучки. Так. Так. Пробуем.
что-то не идет. Что-то не идет. Ладно. Так, ребят, все получилось у меня. Вот все зашло. Вот наш тайничок. Так. Вот он, правда, не совсем все гладко, но тем не менее. Но сейчас выкрутим. Ну понятно. Все должно у нас. Вот он тайничок. Там наша записка. Так, как же ее достать? Наверное, нужно еще один сценарист. Тоже проблема, как оказалось. Придется это все разбирать. Ничего, все берем и выталкивать. Вот наша записка, вот наш тайничок. Давайте посмотрим. Ну вот, как-то так. Вот и все, что нам понадобилось для тайника. Подписывайтесь, ставьте лайк, если понравилось. Ставьте дизлайк, если я вам надоел. Вот, в любом случае, все самое интересное, все самое новенькое у меня на канале. До встречи.